По докладу счетной палаты. У нас есть решение счетной палаты заседания или нет? Нету. Эту румынскую песню я уже давно слышу с Кишинева. Она уже запелась отсюда, здесь, с Гагаузии. Что Гагаузия ущербная, что мы только и живем на дотациях, и что бюджет не растет. Как не растет бюджет? В два раза увеличился экспорт. Если послушать эти цифры, у нас полная деградация региона. А 165 филиалов кишиневских компаний вместе с Трансойлом, мощная компания, которая находится в Кишиневе и платит налоги там. Это что, не наши налоги с вами? А в таможенные поступления более 7 миллиардов. Что, численность населения 4,5%, это не наше поступление? Я когда слышу, что в Народном собрании поют песню румынских сил о том, что Гагаузия ущербна, у меня волосы дыбом встают. Ничего больше молчать не будем. Высказался, он не профессионал. Ты должен был сначала рассмотреть это дело на комиссии, пригласить. И только после этого ты должен огласить. 3 года назад пел песню, как хорошо исполняется бюджет Гагаузии, а сейчас ему заказали другую песню, он поет другую песню. Этих кименчижи я видел в своей жизни много. Есть интересы автономии, есть интересы государственности Молдовы. Вот об этом надо говорить. А не манипулировать цифрами. Я сейчас наманипулирую цифрами так, что бюджет Гагаузии будет 7 миллиардов. А мы живем в одном законодательном пространстве, в одном государстве живем, и все выполняем закон. Эти политические спекуляции уже надоели. Это аналитический центр или счетная палата? Если счетная палата обнаружила недостатки, передайте материалы в прокуратуру и наказывайте тех людей, кто допустил нарушение. Это что за аналитический центр появился у нас в счетной палате? Несвойственные функции? Может, им дополнительно еще финансы выделять? Мы каждый год туда выделяем дополнительные финансы. А нас до этого проверяла счетная палата Республики Молдова. И идут и по второму разу проверяют. Да проверяйте хоть 10 раз. Но не манипулируйте общественным мнением. Вы показываете ущербность гагаузской автономии отсюда изнутри. Что это такое? Мне хватит тех, кто в Кишиневе поет эту песню, что все регионы убыточные. А эти 165 компаний насосом выкачивают отсюда деньги, и все они уходят в Кишинев. А потом милостиво нам дают трансферты. Да не надо нам трансферты, оставьте все здесь. И эти спекуляции надо прекратить об ущербности Гагаузии, тем более в Народном собрании. Самый высокий показатель по техническому сорту, по-моему, 176 сантиметров, 176, да? 176, есть 220 по столовым сортам. Ну, 220 по столовым, вы представляете себе? 20, да. Регион, говорит, ущербный. 220 центнеров собирают столовых сортов виноград, 220 центнеров. В бывшем Советском Союзе найдите такие показатели. Регион ущербный. 176 центнеров технические сорта. Героя соцтруда надо давать. Регион ущербный. А потому что там олигархи наращивают свой капитал и еще и нос нам вытирают. Говорят, вы там ущербные, мы вас там кормим. И еще и здесь выступают с трибуны, говорят, что ущербная Гагаузия.